Сегодня, 26 января, с 18 до 19 часов в Департаменте городского хозяйства Красноярска будет проведена горячая линия по вопросам качества отопления в домах у горожан. Дозвонившиеся смогут задать свои вопросы представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города. Горячую линию проведет первый заместитель главы города, руководитель Департамента городского хозяйства Игорь Титенков. Прием звонков будет осуществляться по телефону 265 31 93.